Итак, привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Итак, настало, так скажем так, свободное время, пора, я могу заняться тем, что сшить дочке моей платочки, который давным-давно обещал, мы пошли в детский садик. И к чему я это все говорю? А говорю к тому, что сезон, активный сезон поисков у нас закончился. И у меня появилось свободное время. И наконец-то я могу сказать спасибо. Можно сказать уже сейчас своему другу, да, потому что у нас уже активное общение такое произошло за это время, который связался со мной в начале сезона, то есть в начале лета. Обратился с вопросом, со скайп-консультацией о том, что у него есть одна собака, он планирует приобрести себе еще одну собаку. Мы с ним попытались решить какие-то проблемы в поведении животного, выработали кое-какую стратегию. И вы знаете, вот чего я не ожидал, это того, что вот он выразит свою благодарность вот в таком виде. Вот. Он решил мне прислать какой-то подарок, как бы, ну, я особо, честно говоря, не обратил на это внимания. Дал свой адрес, он выслал мне посылку, которую я получил. И когда, знаете, когда я получил эту посылку, я просто ахнул. Итак, друзья мои, вот, значит, как бы, вот эта вот маечка, в которой я сижу, да, видите, принт такой великолепный. Я тут Акбар, да, вот эта вот картинка вам знакомая с моего канала. Вот кепочка, в которой я нахожусь, тут две кепочки, точно так же он мне пристал, здесь принт тоже находится. Посмотрите поближе, здесь вот какой красивый Акбар. Также, значит, в этой посылке находились вот такие вот две кружки, тоже вот видите, вот Акбар, мой хвост, так сказать, символ нашего канала. Вот такая вот кружечка, где я нахожусь со своими собачками с работы, да, и Акбар тоже находится, это в поиске. Фотография была сделана. Дальше лежал вот такой вот, как бы, брелочек, где написан кинолог МЧС, да, здесь вот номер моего автомобиля, как бы. И вот... Вот еще вот сейчас вот коврик мышки, на котором я обрабатываю, значит, как бы все видеоматериалы отснятые, то есть на компьютере. Вот, вот видите тоже, я ему этот Рик, это Герда. И самое главное, вот чему я был вообще, собственно говоря, рад, ребята, я просто не ожидал, Серега. Это тебе огромная благодарность вообще на самом деле. Вот, вот, это, вот этот вот нож. То есть, вот посмотрите, он сделан из хорошей стали. Ну, я умалчиваю о его достоинствах. И вот этот вот нож, ну, я с ним ездил... в командировку, я всю тайгу прошел с этим ножом, то есть здесь ручка такая классная вообще. Все посохи, с которыми я ходил по тайге, я рубил именно вот этим вот ножом. И он так, вот я ни разу банки открывал, и ничего я только им не делал, в общем, собственно говоря. Сереж, я выражаю тебе вот просто вот огромную благодарность, я от души просто тронут твоим вниманием, спасибо тебе за то, что, ну, я, честно говоря, не ожидал, вот, спасибо тебе большое, твой подарок от души, который был, он и пригодился, и смотрится, и классно, в общем, вообще я люблю людей, которые занимаются, как бы, каким-то производством, что-то производят, потому что, вот, и сам сижу сейчас, дочке, вот, платочки шью, полотенце домой обновляю, как бы тут подарочки всевозможные. То есть и люблю людей, которые занимаются, тоже изготавливают, что-то делают. Ну, я, естественно, должен отблагодарить, я должен сказать спасибо и сказать о том, что вещи хорошие, классные, и маечки такие. Ну, посмотрите, видите, на мне сидит очень удобно, она
как бы принт великолепно выполнен. У Сереги есть свой сайт, ссылка на сайт будет дана в описании к ролику, и если нужно будет кому-то выполнить такие вот печатные работы, то есть сувенирную продукцию какую-то, ручки, кружки, там, майки, кепки, значочки там у него, они там выполняют еще, по-моему, чехлы для айфонов, там, для различных телефонов, то есть с индивидуальными принтами тоже, можете обращаться к нему. Там, по-моему, частично предоплатная система у них и частично при получении на почту наложенным платежом. В общем, все это можете уточнить, когда зайдете на сайт и все это увидите. Серега, спасибо тебе большое, спасибо за твои подарки, спасибо за то, что оценил наш канал так подобным образом. Респект тебе и уважуха от меня и моего хвоста Акбара. Итак, друзья мои, тоже не сидите на месте, дерзайте, что-то производите, шейте самостоятельно шлейки, изготавливаете какие-то вещи своими руками, все это ценится, все это доставляет радость людям, когда вы получаете такие вещи, вот как я был очень рад на самом деле. Итак, всем спасибо, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Серега, мы с тобой. Пока.